Ребята, мы на ИФЕ 2018. Мы в самом большом павильоне, который вообще тут есть. Давайте пройдемся по этому огромному павильону, посмотрим, что интересно представила компания Samsung. Начинается знакомство с Samsung абсолютно у всех с их новых QLED-телевизоров 8K. Это не 8K. 8K. Вот технология. Вы можете сказать, зачем 8К в 2018 году, когда вы еще все фильмы в 4К не пересмотрели? Но я вам так скажу, когда появилось 4К, точно тоже все со скептицизмом восприняли это, потому что не было контента, нечего было смотреть. Я согласен, с 8К сейчас такая же ситуация, но это на будущее. Это реально на будущее. Samsung показывает, что они могут, они уже играют в эту 8К игру. Я уверен, что будут какие-то игровые приставки, которые поддерживают такое разрешение. И сейчас это уже выглядит потрясающе. Но честно, мы подходим, глазами пикселей вообще не видно. 8К разрешение действительно классное. Мало того, сами телевизоры очень яркие, сочные. Я вот впритык просто смотрю. Я не знаю, какая это диагональ. Такая, как у меня дома, наверное. Разрешение потрясающее. Прям вот видно пиксели, но прям если сильно приглядеться. Но, ребята, посмотрите на эту диагональ. Посмотрите на эти размеры. Да, это топовые, это флагманские телевизоры. Но Samsung показала, что они могут вот так. Это очень здорово. Вот оно будущее. Главное, это эпичная музыка. Чем более эпичная музыка играет, тем лучше воспринимается продукт. Корейская эпичность. QLED 8K. Везде по всему павильону, везде есть Note 9. Где бы вы ни находились, вы можете посмотреть на новый Note 9. Я вам так скажу. Это эволюция устройств со стилусом, с S-Pen'ом. Стенды с Note 9 везде. Все могут посмотреть Note 9. Очень красивые инсталляции. Здорово. Мне нравится. Меня больше сейчас интересуют планшеты, которые показали буквально пару дней назад. Начать бы хотелось бы с планшета Galaxy Tab A 2018 года. Дисплей стал больше, причем что физические размеры остались, по-моему, такие же. Вот за счет сужения рамок, так называемый Infinity Display, он воспринимается совершенно по-другому. Тут нету физических кнопок, и это правильно, в 2018 году они уже не нужны. Мы получаем большой дисплей в привычном нам уже размере корпуса. Также, что меня очень порадовало, на мой взгляд, планшет вообще как использует? Как использует планшет? Ну, объективно говоря, вы потребляете контент, да, какой-то, вы смотрите фильмы, смотрите сериалы, смотрите YouTube, может быть, слушаете музыку. Ну, а многие вообще покупают планшет просто дать детям, чтобы дети там что-то играли или смотрели фиксиков. Поэтому звук — это безумно важно в любой ценовой категории планшета. Не обязательно должен быть там какой-то топовый флагманский планшет, чтобы был хороший звук. Galaxy Tab A 4 динамика Dolby Atmos. Тут очень шумно сейчас и просто слышно, как классно играет этот планшет. 4 динамика, они расположены на двух торцах устройства. Играют они классно и громко. Что мне нравится в Galaxy Tab A? Это детский режим, это то, о чем я вам говорил. Оно было и в прошлом году, но мне нравится то, что в этих планшетах он установлен по умолчанию. Можно давать планшет детишкам так, чтобы они не поудаляли ваши любимые игры, папки и прочее. Это здорово. Выглядят они вот так, есть в разных цветах, все как положено. Кстати говоря, цены на них очень приятные. И я знаю, что Galaxy Tab A — это очень популярный планшет в Украине. Знаю, что он занимает большую долю продаж. Ссылочки на него оставлю в описании. Насколько я знаю, предзаказ уже будет доступен на момент съемки видео. Там же есть ориентировочные цены, вернее, там уже есть точные цены. Пожалуйста, переходите, смотрите. Также был представлен планшет Galaxy Tab S4 на замену S3. Я вам хочу сказать, выглядит он потрясающе. Изменения, в принципе, похожи на Galaxy Tab A. Я имею в виду, что компания движется в том же направлении. Уменьшаются рамки, появляется Infinity Display. Убирается механическая какая-либо вообще кнопка, потому что в 2018-м это никому не нужно уже. Появляется очень классный звук, тут тоже 4 динамика, играет он потрясающе. Есть стилус, куда ж без него. Обычно на Android-планшетах как это выглядит? Ну, как Android-планшет. Тут есть Samsung DeX режим. Его фишка в том, что вы получаете внешний вид, как на Windows-компьютере. То есть все как на ПК.
Это очень удобно, и я думаю, что многим людям так будет проще перейти на планшет, вернее, не перейти, а там, возможно, заменить свой ноутбук более тонким портативным устройством именно вот в таком виде. То есть оконный режим, все как положено. Ну и, конечно же, DeX-режим тут тоже есть. Можно просто подключить Type-C на HDMI кабель, подключить его к монитору или к телевизору, как вам удобно. Есть вот такие фирменные кейсы, кейсы клавиатурой. Причем, что очень меня радует, то что эту клавиатуру не нужно подключать отдельно. Тут есть док-коннектор, когда вы коннектите, оно подключается и все. То есть не надо по Bluetooth еще дополнительно что-то подключать. Очень тоненький, удобный планшет, легкий, кстати. Но это, как я уже говорил, это топчик, это топовое устройство Samsung в планшетах. Мы обязательно сделаем более подробный обзор на него, когда они появятся у нас в Украине. Я с ним похожу какое-то время, потом расскажу уже и о времени работы, и о том, насколько удобно пользоваться вот этим DeX-режимом в Андроиде. Вот это интересно, реально интересно попробовать. Ну и обязательно расскажем, сделаем полный обзор, потому что это пока что первый взгляд. Что еще? Тут очень много бытовой техники. Очень много. Мы про бытовую технику вам рассказывать, наверное, не будем, потому что канал у нас не про это. Но вот эта стиралка — это просто мечта. Давай посмотрим просто на стенд. Это похоже на пришельцев. У меня новый оператор. Если вам нравится новый режим съемки, вид съемки вот так с рук, можно лайк поставить, написать, что оператор жжет. Samsung Watch. Часы. Galaxy Watch называются. Есть, к сожалению, они не снимаются. Я ж уже с ними хожу. Представили новые часы Galaxy Watch. Они уже находятся у меня на руке. Я уже хожу с ним неделю. И когда мы вернемся с IFA, я обязательно сделаю на них полный обзор. Хорошие часы. Хорошо держат. Очень быстро работают. Они вот увеличили мощность их, и пользоваться этими часами стало намного комфортнее. Это я вам честно говорю, поустанавливал кучу приложений, и работает все отлично. Очень много разных вариантов по цветам, по ремешкам. Можно кастомизировать, как вам нравится, под ваш стиль. Ну и есть две версии, 42 и 46 миллиметров. Ремешков очень много, все могут выбрать под себя. И, кстати говоря, что немаловажно, существует миф, меня даже иногда спрашивают, можно ли подключить Samsung гиры, ну, часы Samsung к другому Android-телефону. Можно, без проблем. Поэтому рассматривать к покупке такие часы можно всем, не обязательно быть владельцем Galaxy какого-нибудь. Но часы красивые. Конечно же, поворотный безель, все как положено. Все крутится, ход прекрасный. Вы знаете, ощущение от поворота безеля на Samsung часах у меня с кожи, как вы наверняка знаете, зажигалки Zippo. Вот этот щелчок. Щелк, щелк. Вот он приятный, им хочется щелкать. Вот то же самое. Очень приятное ощущение. Молодцы, постарались. Обзор на часы мы тоже делаем. Будут на следующей неделе. Поехали еще про виртуальную реальность посмотрим. Тут какая-то вообще непонятная штука. Как я понимаю, это с помощью NFC. Тут Note 9 используют в качестве курсора. Ну, это просто как демо-стенд, просто чтобы вы понимали, что происходит в таком большом павильоне. В общем, в качестве курсора как-то играют. Окей. Я ничего не выиграл. Ничего. Я вам говорил, я не буду показывать про бытовую технику, но не показать телевизор. Ой, телевизор. Вот мне даже хочется назвать это телевизором. Интернет, календарь, в холодильнике просто. Я даже не знаю. Достаешь соленый огурец, смотришь заодно погоду. Это потрясающе. Это очень прикольно. View Insight. Он понимает, судя по всему, что внутри. И можно записать, когда вы это положили, чтобы продукт не испортился. Боже мой, да куда технологии дошли? Идемте в виртуальную реальность. Для меня даже это сейчас проще, чем вот эти холодильники, которые понимают, что в них внутри, боже.
2018 год. Очень большую площадь занимает система Gear VR. Я напоминаю, что Samsung, на моей памяти, это первая компания, которая сделала VR действительно доступным для всех. Они выпустили вот эти очки, в которые вставляется смартфон Samsung, и вы можете почувствовать эту виртуальную реальность просто с помощью вашего смартфона. Так вот, тут очень прикольные стенды есть, там, где люди одевают очки виртуальной реальности и играют в футбол прям в очках. У них на руках надеты специальные перчатки, которые понимают с помощью камер, которые находятся сверху, по периметру. Компьютер понимает, где ваши руки, где ваши ноги. Просто люди играют в виртуальный футбол, находясь на вот таком небольшом пространстве. Очень интересная штука. Но это как демонстрация возможностей. Понятное дело, такие системы вряд ли продаются, но вот с помощью Gear VR можно реализовать вот такую вот интересную игру. Как обычно, большие очереди, и я не дождусь тоже попробовать. Это вот такие вот системы с очками Gear VR и педалями, рулем, то есть можно покататься на машине. И вот, кстати говоря, сзади прям видно, что видит пилот. Вот на всех выставках Samsung делает такие демо-зоны с очками виртуальной реальности. И вот мне интересно, это не Gear VR, а какие-то другие очки. Там вот я вижу сзади игровые компьютеры Samsung стоят. Интересная штука. Прикольно то, что Samsung двигает эту тему. Я в который раз говорю, что виртуальная реальность — это очень здорово. Вы, правда, пишите в комментариях, что, мол, это еще все сыро. Вы просто не пробовали. Те, кто пробовали, уже знают, что это не сыро, это уже можно покупать. Потому что и контент уже есть, и experience можно получать прекрасный. Еще один интересный стенд — это стенд с телевизорами, которые могут быть картиной. Ну, то есть, идея заключается в том, что все мозги, вся начинка телевизора находится где-то в другом месте. То есть никаких кабелей, ничего, у вас на стене просто висит телевизор. И вы снимаете, фотографируете смартфоном его на фоне стены, и он автоматически понимает цвет ваших обоев или цвет стены и замещает ее вот таким образом. Сейчас еще идет настройка. Вот, становится такое впечатление, что у вас просто рамка такая тонкая, и выводится какая-то дополнительная информация типа погоды или просто какие-то интересные анимации. Вот, допустим, тут, к сожалению, на камере немного стробит изображение, вживую это не происходит. Например, какие-то птицы на фоне Луны. Или вот таким образом это выглядит. Забавная штука, потому что, как говорят сами корейцы, что, мол, телевизор просто черное такое пятно на стене, не сильно красиво выглядит. А вот таким образом можно выводить какую-то полезную информацию. Тем более, что энергопотребление у них небольшое на сегодняшний день, а выглядит это круто. То есть у вас телевизор выступает в роли такой современной интерактивной картины. Вот, может, допустим, вот так сделать, чтобы оно прикольно смотрелось. Ребят, вот такой павильон в этом году у Samsung на IFA в Берлине. Очень много всего представлено, очень много интересных продуктов. Большинство из них мы уже либо получили, либо получим буквально в ближайшие дни для полных обзоров. Все ссылки на все продукты, которые будут у нас в сети, а их будет много, кроме бытовой техники, я оставлю обязательно в описании. Можно уже посмотреть, сделать предзаказы. Это новые планшеты, Note 9 и Samsung Watch, Samsung Galaxy Watch. Всем спасибо за внимание, оставайтесь с нами, будет еще пара интересных сюжетов с IFA. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем хорошего дня, яркого настроения. Спасибо оператору! Пока!